Здравствуйте. Я хочу сейчас вам показать способ, как удалить воду, не снимая паласов с пола автомобиля. Если вы где-то притопили машину, так вот набралась у вас вода, вот в салон, ну где-то не мелко проехали, вот вода у вас налилась. Значит, вот она вода. Значит, все, что можно, снимите. Сверху, что можно, там можно промокнуть, снять. Так. Все, что дальше не берется, вы делаете таким образом. Берете каменную соль покрупнее, чтобы была это помол, и насыпаете прям по всему. Так. Вот ко мне. У меня совсем залежалась вот такая каменная. Распределяете. Соль можно не жалеть, она не так стоит дорого, чтобы жалеть. Так. И оставляете. Все в курсе, что соль тянет в себя воду, как и сахар. Сахар тоже так же себя ведет. Ну, сахар дорогое удовольствие слишком для этого дела. А соль вполне подходит. Вот вы. Вот она уже мокнуть начала соль. Она уже вытягивает воду. Так. Вот и пусть она постоит какое-то время. После того, как соль насытится водой, станет совершенно мокрая. Вот она вся намокла почти. Так. Дождавшись, когда соль довольно мокрая, уже увлажненная, вы берете пылесос и удаляете соль. Значит, соль. После того, как соль вы удалите, соль, значит, если влажность еще будет, вы еще соли сыпите до тех пор, пока палас не станет совершенно сухим, и соль легко будет в виде пыли даже вытягиваться из пыли. Ну вот теперь смотрите, воды я налил много. Я вылил вот сюда пол-литра. Теперь мы отводим, смотрите. Совершенно сухо. Воды нет. Поэтому, применяя таким образом соль, вам не надо снимать со сиденья, разбирать весь салон, выдергивать ковры. Соль вытянет всю влагу. Вот таким образом. На этом до свидания. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.